Возвращается моряк из дальнего плавания. Накупил подарков для своих, а до дома еще далеко, и он решил переночевать в гостинице. Заходит в отель, спрашивает на ресепшене номер, а ему отвечают, что свободных номеров нет. Моряк, естественно, расстроился, что номеров нет, присел на диванчике и думает, что же делать дальше, где искать ночлег. И тут в этот момент спускается женщина со своего номера и начинает кричать. «Где мой мужик?» Администратор говорит, «Извините, но я же вам говорила, мы не оказываем таких услуг». И тут она вспоминает про этого моряка, подходит к нему и предлагает переночевать в номере экстравагантной и очень богатой женщины. Моряк, естественно, соглашается. Где-то же ему ночевать надо. Поднимается к даме в номер. Дама его так осматривает. Выбрасывает его чемодан с вещами и подарками в окно. Моряк в шоке. «Что вы, леди, дамочка, извините, что же вы делаете? Там же все мои вещи и вся моя одежда!» Она так. «Те, кто занимается со мной вот этим вот, очень сильно худеют. И старая одежда тебе больше не понадобится». Тогда моряк берет, открывает ее шкаф, сгребает все ее платья, туфли, всю одежду и выбрасывает в окно. Дамочка в ужасе. «Ты что делаешь? Эти платья стоят целое состояние!» На что моряк просто заявляет: «Ха! Пока моряк кончит, мода изменится!»